В Тирасполе начали ремонт дороги по переулку Свердлова. Это очередной участок, который ремонтируют на деньги компании «Шериф». Дорога с односторонним движением ведет на Балку и в сторону Суклей. Асфальт здесь не меняли давно во время ремонта. Дорогу немного расширят. Сегодня рабочие начали устанавливать бордюры. Это полная замена бортовой линии с двух сторон. Это частичное расширение, насколько возможно, ввиду наличия хоть фекальной канализации и водопровода в створе бортовой линии по этому участку. И полная замена в два слоя асфальтобетонного покрытия, пришедшего в негодность. Сейчас движение транспорта ограничено от пересечения с улицы Полецкого до Одесской. Проезд закрыт до конца августа. В связи с ремонтом изменился маршрут движения общественного транспорта. Маршрутки будут ехать в объезд через улицу Полецкого и Мира. Троллейбусы 2 и 19 теперь возле почты поворачивают на улицу Ленина и выезжают на Карла Либкнехта. Троллейбус 19А едет к драмтеатру по улице Карла Либкнехта. После ремонта по переулку Свердлова дорожники переместятся на параллельную улицу Царева. Там тоже запланирован капитальный ремонт дороги за счет компании «Шериф». Дорожный проект «Шерифа» в столице реализуется третий год. Ежегодно компания выделяет по миллиону долларов на ремонт самых оживленных дорог и перекрестков.